Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 10 Pro. И сейчас я покажу вам, как, что вообще делать, если вы забыли пароль от своего устройства, как его обойти и сбросить. Итак, для начала мы отключаем наш телефон. Нажимаем «Выключить». И после полного выключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. Попадаем в такое вот меню, и здесь мы выбираем Clear Data и Factory Reset. А здесь мы должны написать слово Yes. И нажимаем Factory Reset. У нас сбросятся все настройки, но если вы делали копию ваших данных, то все будет окей. Плюс потом все можно будет восстановить. Теперь возвращаемся назад и нажимаем «Restart». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.